заезжала в лифт, а он остановился выше положено. Я и так, и сяк никак не могла заехать. Я поворачиваюсь задом и так обратилась. Ну да, ну вот. Вот так, видите. Ну, я просто не знаю, как правильно вам объяснить. Посмотрите, назад делаю. Ну да, ну то есть это не вот. Поймешь. Ну это мне надо, чтобы вы сели. Чтобы вы сели. И я вам помогла сама руками. Хорошая, да? Слушайте, ну мне нравится. Она, кстати, очень за такую цену очень добротно сделана. Ну как, такую цену 300 тысяч? Ну, я имею в виду, ну, 200, она 265 сейчас стоит. Почти 300. Хотя у меня вышла на, вот, мой набор вышел вместе с пересылкой 233 тысяч. А, вот. А, даже... Это нет, это в то время. Когда вы покупали? Я вот. 265 у них. Перед Новым годом. А, сейчас. Две недели назад привезли буквально. Две недели назад? Это привезли, да. Пока изготовили, пока... А, вы сейчас две недели назад включили? Да, да. Я еще не ездила. Ну, то есть это получается я на ней сейчас езжу. Я думала, крутилась и все. Очень интересно просто. Из чего? Можно, да, немножко просто? Пошли посмотрим. Тебя прокидывайте, да. Карбоновая рама. Карбоновый щиток. Вообще, по идее, он должен быть карбоновым. Либо он просто обит так. Нет, все карбоновый. Угу. Кошек. Колеса легкие. Прям вообще. Такие спицы, прям. Ну, нормальненько, отлично. Ну, покрышки понятно, что китайские. А здесь еще есть регулировка угла наклона спинки, да? Да. Угла? Вот. Да. Угол наклона спинки меняется. Нажми на кнопочку. Ага, нажала. Сейчас. Просто она отодвигается спинка по глубине. Сейчас посмотрим. Нет, это спинка складывается. Спинка складывается у вас. Вот. А, господи, вот она. Вот здесь вот складывается. Складная спинка для... Угу. Как он называется? Транспортировки, да. Колеса снимаете это? Снимаете, и вот, вот. Очень легко. Честно, очень легко. Регулировка. Угу. Она карбоновая. Ну, нет, то, что это такое же. И тормоза облегченные прищепки. Угу. Тоже. Активный, тоже легкий.